игру, играть в Dream Machine Chapter 2. Напомню, мы остановились на том, что встретились с Богом, вот, и поговорили с ним, все такое. После этого мы оказались тут. Вот предмет наш, ключ. Ну что ж, поехали. Так, это телефон. Это телефон Бога, типа. Он так со всеми связывается. Бред, конечно. Можно по телефону со всеми связываться. Алло, чувак. Оп. Так, это что? Sorry. Display. Кстати, обновление какое-то было сегодня. Даже не какое-то, а было обновление, исправляющее глюки. Уж не знаю, какие глюки тут. Потому что если кто-то страдает от них, то, знаете, разработчики выпустили все закладки. Ну, буквально вот. Сейчас 12 часов 13 мая. Сейчас стрёмно будет. Не знаю, что у них там за окном. Я туда не хочу. Стрёмно. Всегда эта игра чем-то пробирала. Вроде бы не хоррор, но... Блин. Какая-то она мрачная.
вот просто когда играешь в хорроры все, то знаешь, вот сейчас уже сейчас хоть тебя пугать будут. А тут... Тут внезапно. Нет, серьезно. Черт его знает. Happened, что происходит сейчас? То ли ритуал у них какой-то, то ли сцены день. Это сейвень пищу уже. Что думать надо? Очень хочется, но придется. Не хочет открывать. Он говорит, это фейка, дверь это настоящая, я не буду открывать. А тут что у нас? Что это за место? Должно. Что тут надо сделать так? Давайте со сцены уйдем. Здесь сюда мы еще не ходим. Может, надо ключом открыть? Задолбан. Не брал бы. Чё-то цвета нет бы, блин, взял бы. Сортире вообще ничего не видно. Это не у меня так видео, это вот в игре так сделано. Хрена ничего, я сам ничего не вижу. И, ребят, свет включите, пожалуйста. Кто тут светом балуется? А, вот. Пресс-ботом, конечно. Ну, вот это ж... Это что вообще за хрень такая? Стрёмно, да? Звук какой-то, как будто у кого-то припадок. Да уж хватит меня, давно издеваться, давайте уж, что тут надо, должно произойти.
А, все ясно. Блин. Мама. Это мама типа, под капельницей. Последние минуты ее жизни. Но это его воспоминания воплотились в сон. Ну, а что он может сказать? Да что он помнит, что у него воспоминаний осталось. Но обо всем поговорим. Где тут выход? Ты что с ней встретиться, опять берется на это. Все, но он не стал. Вот, да, жалко. Ему сны все какие-то. Блин, а может что-то нормально присниться? В этой игре, вот сколько я играю, ни одного нормального сна у него. Ну разве что на корабле когда. Видите, он все домой попал. Он уже тут. А вот тут. Тут ничего. Это как бы бесконечность. Тут как бы тоже ничего. Давайте вот так называть. Или космос. Я не знаю, как правильно назвать. Ну просто абсолютная пустота или пустота. Это что вообще было? Лодка? Лодка куда? Теперь может лифт вызвать? Да че и как на лодке подняться? Че у нас предмет остался? Ключ. Этот ключ что ли все вообще открывает? Все двери? Дайте вниз спуститься. Классно, вниз спуститься. Называется быстрый спуск. Да, пипец просто.
что делать, я не знаю. Я просто ищу путь. Ищу путь, как выбраться отсюда. Ну, как бы бегает. А, вот. Вот. Так, Кришн Чао. Звониться вообще нельзя. Спрашивайте, как мы тут оказались. Это меня... Во-первых, не... Это меня наоборот интересует. Вроде бы шли в темноте, под лестницей. Это как вообще? Раз так бывает? Thank you.
О, мы на первом этаже с вами. О, наконец-то Сафы нет. Господи. Но этому во сне снится, что все, наконец-то он сможет пройти не будет этого чертовой Сафы, ну понимаете. И мы садимся в лодку, да, которую вызвали. И едем. Куда-то нас придет. Корабль какой-то. Кстати, четвертый или в третьей главе были, если вы не играли. Мы вот так по кораблю ходили. Он постарел как-то. Тут дофига кабин, как я помню, было. Взяли рацион и какую-то еду. Уходим отсюда. Покажи, делать больше нечего. Я даже не помню, что делать было. 3 года назад играл. На этом все свои сны вспоминаю. Все головы. По всем головам, короче, проверяем сейчас. Я так мол, не надо ничего делать, потому что мы уже прошлогоднюю сделали. Ну, это хоть моя любимая голова была. Она была не такой мрачной. Thank you.
В принципе, как вы видите, я пробегаю сейчас по всем головам. Сейчас пройду голову, вы там сами решаетесь, не прошел, играть вам в первые 5 голов или нет. Но игра, в принципе, стоит там. Хочу проверить. Плохого не посоветую. Получил взаимодействие. А, удочку получил. Что вам сказать? Вот тут босс был, с ним надо было сражаться. Более подробно, чтобы не спойлерить, я не буду говорить, кто именно. Узнаете в 3 главе. Даже на время. Блин, не дай бог. Ты не то хотел, хотел еще что-нибудь взять.
Луна у нас. Где мы? Немного стрёмно, да? Надо выбраться, я так понял, с этого корабля.
Так, что что-то надо сделать. Инженер. Давайте вниз спустимся. Я пока просто не знаю, что делать. Сейнг. Может быть, так надо? Да нет, вряд ли. Давайте на лифте. На лифте. Давайте сюда съедем. Давайте отключим. Тут тоже я уже не помню, в каком голове. Четвертый, по-моему. Сюда надо было.
карту взяли. Ну, вот предмет выходил. Экзаменант. Это типа карта. Вешалку взяли. Thank you.
Давайте зайдем. Наверное, погаче не врублю, что я делал. Thank you.
Ничего не понимаю. Что делать? Да, застрял. Надо что-то тут с кораблем сделать. Ну, чё, я не знаю, чё.
Спасибо.
Мне придется чуть более ранней точки начать, потому что что-то я пропустил или еще что-то в этом роде. Ну, а что я мог пропустить? Черт знает. Эта игра достаточно сложная и труднопроходимая. Ну что-то, конечно, что-то я не сделал, но вряд ли. Thank you.
Наверное, на какие-то мониторы надо нажать. Как отсюда выйти? А, вот. Я все, да, я не понял, на какие. Это наша карта. Давайте посмотрим на нее. Сейчас что-то. Я говорю, может, сейчас что-то на корабле изменилось. Thank you.
Я не знаю. Ну, давайте на потом шелест. Тут надо понимать, с кораблем расправиться, что-то сделать, а что я не знаю. Давайте думать, я вообще без... Откуда-то я знаю. Чё тут делать? Может, переключать надо по-другому. Возможно. Надо с корабля смыться. Как это сделать, не знаю.
Короче, я понял, нужно спустить его через инженера. Вот он говорит, что корабль не запущен. Давайте ему скажем. Инженер, иди корабль запущен. Вроде бы как он просто не запущен. А может нет. Да, сейчас подождите. Селмадрин. Давайте к Селмадрин. Ну хоть что-то я хотел сказать. Получилось хоть к Сельме. Дрим. А, нет. Все так просто. Давайте к Сельме. К Сельмочке. Всего-то надо было. Ё-моё. Как просто. Сейчас мы не к себе домой, а какой-то к Сельме. Я уже не помню, кто это. Ой, это пятая глава. Фью. Сказать, что это отстой. Я не знаю вообще, мне сюда. Да мне, ребят, не сюда. Давайте в другой сад поедем.
сейчас сохранюсь, что если вдруг не туда приеду. Давайте к Мартину. Просто моя нелюбимая пятая глава была, поэтому я бы уехал в другой сон. Это, по-моему, у нас третья. Тут с лазерами что-то надо было еще сделать. Он не задолбался проходить. След часов тут вроде бы ничего больше нет. Ну куда? Прям в лодке выбираем. Давайте. Мой нелюбимый. Потому что больше некуда. Придется. Ну, средневековье тут типа сейчас увидите. Здесь мужик лежал с животом зажатым, с которого рана, ручьем кровью сочет. Здесь его там нет. Жуткое зрелище. А вот он. А, ну нет. Ну вот. Кстати, диван еще. Сейчас у него все, наверное, это в четвертом главе. Вообще. Глава еще та, помню. Это последняя, пятая глава была.
Вот тут надо было ловушку сделать, как я помню. Вот так, по-моему.
предмете. Так. Блин, не дал нажал свой. Чуть запутался. Я не знаю, мне хочется походу, блин.
Мастатый грубый. Ну что могу сказать? Все странно как-то. Говорит, что я Не знаю, вдруг похоже. Хоть ты в пристрелении хочешь там делать. Потом буду, конечно, разбираться с этим врубом. Мы сами видим. Конечно, должен клетку поднять. Может, мужик тут... чем-то каким-то другим предметом. Не, ну, блин, ну. Это, из-за этого брюка, я не знаю, может, неправильно. А что он нужен для, соответственно, прохождения данной миссии. Пока разработчики не выпустят фикс. Тут надо подобрать клетку, потом придет поймать у кого. Это я по пятке головы еще помню. Он говорит, что тут установлено уже. Ну надо приподнять ее, а вы вроде калча пикси. Но он же должен ее открыть, понимаете? А то действие так экзамен, конечно, приэкзаменовать. И все. Он нет этого, что? Что приэкзаменовать?
Что он там прогнил? Это шаман. Это вообще моя нелюбимая была. Бредовая. Как водяные, бабы-яги. Великаны, которые же нас должен сожрать в самом конце. Эти
Тихо, с которым так и не понял, что делал. Дайте, дайте. Письма не были. Это пятая глава, но она долго. Тут. Загадка. Надо путь проложить. Давайте пока вину потом оставим. Я потому что не помню, как там проходить. Куда? Где мы еще идем? Тут мы не. Народ, давай до встречи, давайте до встречи в следующем летсплее. Это и так, это уже насколько на 2 часа, да, получается. Почти на 2 часа. Так. Ладно, с вами был Ведьмак. Подписывайтесь, ставьте лайк, и надо будет что-то делать, потому что один баг уже, ну, где не хочет веревку ставить. На клетке уже найден. Без этого бага пройдем игру. Надо будет ждать обновления от разработчиков. Уже было одно. Скорее всего, разработчики. Да понятно, они пытались побыстрее выпустить игру, они даже не успевали. 10 должна была выйти игра. Вышла на 12 мая. Вот. Какие-то баги, конечно, придется пытаться. Я не знаю, как пройти. Ну, писать всю портали, я не знаю.
ждать, пока пофиксят или патчи выпустят. Что, давай, до встречи в следующем летсплее, потому что то, что мы сейчас будем делать, это достаточно надолго. В принципе, я не могу вам сказать, сколько мы прошли, половина, не половина. Нет такого понятия. Пока мы со всеми с нами не разберемся. Честно говоря, не будет пройдено. Ну и со всеми багами, конечно. Все, с вами был Ведьмак. Не забывай подписываться. Мы рассказываем ребятам, друзьям про мой канал. И заходим на стримы или на летсплей. Все, покидаем.